Педагоги – это самая социально значимая часть человеческого общества, так как именно от них зависит, каким вырастет следующее поколение людей. Труд учителя тяжелый, требующий огромного количества душевной теплоты и силы духа. Ежегодно 5 октября в России отмечается профессиональный праздник – День учителя. В нашем районе стала доброй традицией поздравлять всех преподавателей с их заслуженным праздником. И этот год не стал исключением. 3 октября в Центре народной культуры Алла Кашихабль прошел замечательный концерт с участием работников культуры района. Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, дорогие друзья! В прекрасное время золотой осени, 5 октября, мы отмечаем два праздника. День рождения нашей республики, прекрасной Адыгеи и профессиональный праздник всех учителей. День, в который отмечаются роль и заслуга педагогов. Их неоценимый вклад в развитие общества. И буквально несколько дней назад мы отмечали День воспитателя и всех дошкольных работников, которые с самых ранних лет отдают тепло своей души нашим детям. Эти праздники почти ровесники. 5 октября 1994 года был учрежден Всемирный день учителя, который ежегодно отмечается более чем в 100 странах мира. Это официальная дата утверждена законом Республики Адыгея в 1995 году. В этот день по всей республике проходит множество праздничных мероприятий. И сегодня мы хотим поздравить нашу любимую Адыгею с этим замечательным праздником. На сцене несравненная Аминат Шхавмежева. Встречайте! Адыгея, как красивы ее высокие горы, бескрайние плодородные поля, быстротечные реки. Это один из самых живописных уголков Кавказа. Адыгея – маленькая цветущая земля на Кавказе. Много тайн и открытий таят ее горы. В их недрах укрыты от человеческих глаз глубокие и таинственные пещеры. В густых лесах прячутся древние дольмены и курганы. Заросшим мхом каньонов шумят бурные реки и высокие водопады.
А самое большое богатство – это люди. Здесь более 100 народов живут в дружбе и взаимопонимании. У каждого народа имеются свои обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Много их и у адыгского народа. Эти традиции прививаются детям самого раннего возраста. И огромную роль в этом играют наши учителя. Для вас поет несравненная Белла Цаликова. Под ваши громкие и бурные аплодисменты. Встречаем! Полна чудес.
Народ мой не живет без песен, а песня птицей до небес летит легко, ей мир не тесен. Провозглашает лад и свет в согласии людей, в их дружбе, и Адыгея шлет привет всем тем, кому раздор не нужен. На сцене Аминат Шкаумежева и Белла Цаликова. Педагог – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых важных и уважаемых в обществе. Ведь учитель – человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. И кем бы ты ни был – президентом, моряком, водителем, врачом или же музыкантом – прежде всего, ты чей-то бывший ученик. На нашем замечательном празднике присутствуют глава администрации муниципального образования Кашкабльский район Хамирзов Заур Аскарбиевич. И, кстати, если кто не знает, Заур Аскарбиевич, помимо того, что руководит нашим районом, еще и является учителем истории. Председатель Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабльский район Брянцев Александр Валентинович. Заместитель начальника управления образования Кашкабльского района Пиштикова Эмма Камзетовна. И, конечно, наши любимые воспитатели, учителя, ветераны педагогической деятельности и те, кто начал свой путь в образовании. Мы рады присутствовать вас в этом зале. Слово для поздравления предоставляется главе администрации муниципального образования Кашкабльский район. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте мне сегодня поздравить всех вас с наступающим Днем Учителя. И очень символично, что этот день совпадает с Днем Республики. Профессия учителя – это не только специальность, это
призвание. Не имея этого призвания, невозможно работать в школе, невозможно добиться каких-нибудь значимых результатов. Ведь в современном обществе образование имеет важнейшее значение. Невозможно в современном мире без образования представить развитие общества, развитие экономики, дальнейших успехов. Сегодня здесь я хотел бы вас всех поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всем вам счастья, здоровья, благополучия. Я всем вам желаю, чтобы все ваши выпускники всегда с теплотой о вас отзывались всю последующую жизнь. Еще раз всем здоровья, счастья, благополучия. Спасибо. Мы благодарим вас, Иван Скорбевич, за теплые слова. Администрация района учредила 2 специальных приза в денежной форме одному детскому саду и одной общеобразовательной школе, которые по результатам своих показателей стали лучшими в районе. Итак, специальным призом в денежной форме в размере 15 тысяч рублей награждается муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа номер 3 аула Егерука. 100% участников ГИА в 9 классах по результатам сдачи обязательных предметов и предметов по выбору получили положительные результаты и аттестаты об основном общем образовании. 100% участников ГИА в 11 классах по результатам сдачи русского языка и математики преодолели минимальный порог и получили аттестаты по программам среднего общего образования. Школа является лучшей по содержанию территории, по чистоте, озеленению и оформлению. Единственная школа, сохранившая пришкольно-учебный опытный участок. Школа, в которой лучше организовано питание обучающихся. Отсутствие жалоб. Ну и, конечно, участие и победы в многочисленных олимпиадах и конкурсах. Давайте еще раз поаплодируем этой замечательной школе. Специальным призом в денежной форме в размере 15 тысяч рублей награждается муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение номер 13 «Колосок» села Вольное, которое также по всем показателям стало победителем. Сад является лучшим по содержанию территории, по чистоте, озеленению и оформлению. Одно из домов, в котором лучше организовано питание воспитанников. Одно из домов, лучше подготовивших образовательное учреждение к началу нового учебного года. И, конечно, отсутствие жалоб и высокая результативность мероприятий различного уровня. Мы продолжаем. Почетными грамотами администрации муниципального образования Кашкабыльский район награждаются. Дзыбова Гошсимба Тербиевна, учитель СОШ номер 3. Давайте поприветствуем вашими аплодисментами. Болокова Жанна Ауэсовна, учитель начальных классов СОШ номер 5. Черкесова Жанна Рамазановна, учитель математики СОШ номер 5. Юманкулова Белла Каплановна, социальный педагог, СОШ номер 6. Ирченко Елена Афанасьевна, учитель начальных классов, СОШ номер 10. Мамишев Эдуард Асланович, учитель физкультуры, физической культуры, СОШ номер 12. Шевацукова Фатимея Цафарбиевна, воспитатель, ДОУ номер 1. Каркахова Жанна Нуриевна, музыкальный руководитель, ДОУ номер 4. Ваши бурные аплодисменты. Нечепуренко Светлана Витальевна, воспитатель ДОУ номер 13. Вороков Давлет Умарович, тренер-преподаватель ДЮСШ. Давайте громкими аплодисментами поддержим. Слово предоставляется председателю Совета народных депутатов муниципального образования Кашихабльский район. Позвольте мне сегодня с этой высокой сцены, прежде всего от своего имени, от имени
депутатского корпуса нашего района поздравить всех учителей, всех воспитателей, ветеранов педагогического труда нашего района с вашим профессиональным праздником. От всей души хочу пожелать вам прежде всего крепкого-крепкого здоровья, большого земного людского счастья, благополучия. Сказать вам огромное спасибо за ваш нелегкий, но очень востребовательный труд в современном обществе. Спасибо за вашу теплоту, за вашу любовь, за ваши знания, которые вы даете своим ученикам. Хочу пожелать вам больших жизненных планов, несомненных реализаций, удачи, всего самого наилучшего. Еще раз с праздником. Спасибо, Александр Валентинович. Почетными грамотами Совета народных депутатов муниципального образования Кашихабльский район награждается Казбекова Мария Юрьевна, учитель химии и географии, СОШ номер 3. Кошкова Зарима Ахметечевна, учитель русского языка и литературы, СОШ номер 5. Гвоздикова Нина Николаевна, учитель математики, СОШ номер 7. Шахденова Елена Александровна, учитель начальных классов, СОШ номер 9. Кокушинов Юрий Владимирович, тренер-преподаватель ДЮ США. Слово предоставляется заместителю управления образования муниципального образования Кашихабльский район Пиштиковой Эми Хамзетовне. Хочу вас поздравить от управления образования с нашим профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, благополучия, согласия ваших семьях, ваших коллективов, умных вам детей, здоровья, творческих успехов. Профессия учителя, как было сказано раньше, это призвание, это большая любовь к детям. Желаем вам большой любви к своей профессии, ответственного отношения и больших высоких результатов. С праздником вас! Благодарственными письмами Министерства образования Республики Адыгея награждаются представитель педагогической династии Кагуровых Киржина Саида Аскеровна, учитель начальных классов СОШ номер 1. Лимарева Людмила Степановна, ветеран педагогического труда. Ваши бурные и громкие аплодисменты. Еремова Сара Магомедовна, ветеран педагогического труда. Почетными грамотами Управления образования администрации муниципального образования Кашихабльский район за большой личный вклад в организацию и совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения педагогических работников награждаются. Беркитская Марет Ибрагимовна, учитель русского языка и литературы, СОШ номер 2. Ваши аплодисменты! Хасанова Саида Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ номер 3. Недокоева Жанна Ахмедовна, учитель начальных классов СОШ номер 5. Хвостиков Михаил Георгиевич, учитель технологии СОШ номер 7. Агинских Яна Сергеевна, социальный педагог, СОШ номер 9. Дечева Марзят Мухарбиевна, учитель русского языка и литературы, СОШ номер 11. Коконов Аскарби Махмудович, инструктор-методист для США. Ваши аплодисменты.
Шапошникова Лариса Анатольевна, воспитатель дома номер 14. Ваши аплодисменты. И сейчас от всех учеников, которых вы терпеливо ведете за руку и помогаете делать первые шаги к знаниям, вас поздравляет юная звездочка нашего района Диана Киясова. Человека, который бы не вспомнил в этот день своих любимых учителей, наставников, воспитателей, потому что все мы стали тем, кем являемся во многом благодаря им. Вам, нашим добрым, мудрым, любимым учителям, посвящается следующий музыкальный подарок. На сцене лучшие работники культуры района Виктор Маковский, Виктор Полонский, Шоди Касимов и Алексей Толмачев. Под ваши громкие аплодисменты. Встречаем.
слова любивые говорили мне в городе каменном, а фонарила дым желтыми насыли сквозь туман. Любите раньше не умело так огненно, пламенно, нежелая и осторожно вы разбудили по рукам. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Капают слезы на капель.
преданность, вера и терпение. Вы истина и сердце, совесть и благородство. Мы ценим вас за вашу щедрость, любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам. Все цветы и поздравления сегодня именно вам. Для вас поют очаровательные Зинаида Олейникова и Елена Хачатурова. Встречайте! Сердца нашего. Почетнее профессии нет, нет благороднее вашей. Вас поздравляем! Вам земной поклон! Вам песни все хорошие поются, и вместе с вами, словно в унисон, сердца ребят так беззаветно бьются. Вам, отдающим теплоту своих сердец детям, дарит свои песни Аминат Шхаумежева! Thank you.
каждой школе особая каста учителей, которые делают с нами первые шаги в мир знаний. За годы работы они пересчитали 1000 палочек и 100 раз повторили алфавиты и таблицы умножения. Ведь начало становления ученика выпало именно на их долю. Спасибо бесконечное нам хочется сказать вам. Дать волю этим трепетным и красочным словам. Ведь вы не просто первый наш учитель. Вы наша вера, наша мама, наш спаситель. И эта песня посвящается вам, наши первые учителя, наши мамы. Для вас поют очаровательные мама и дочь, учитель и ученица, не просто красивые девушки. Белла и Эльвира Цариковы. Встречайте громкими аплодисментами. Спасибо. Замечательные, лучшие, все, кто сейчас находится в этом зале, с праздником вас,
со всеми праздником, с Днем Республики, с Днем Учителя, с Днем Воспитателя. Все сегодняшние музыкальные поздравления, все сегодняшние теплые слова только для вас. Еще раз присоединяюсь ко всему сказанному. Здоровья, теплоты, удачи, любви, всего самого наилучшего. Еще одно музыкальное поздравление. Thank you.
Поет душа под песни гор, красноречивый тост уместен, и ширится в крови задор, и песни, песни, только песни. От всей души вас поздравляет лучший культработник Республики Адыгея 2017 года Алексей Толмачев. Встречаем громкими аплодисментами. Встречайте!
Педагог, учитель, воспитатель – гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные. И, конечно, вы являетесь вторым родителем и одним из самых близких людей на долгие годы. Вновь вас поздравляют Аминат Шкоумежева и Белла Саликова. Под ваши аплодисменты. Легкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть воспитанники и ученики будут усердными, старательными, такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье, уют, здоровье, любви, достатка и всех жизненных благ вам. До свидания. До новых встреч.